Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty 2 Front. Итак, Харьков, 22 августа, 43 год. В окрестностях Харькова. Наступайте, не останавливайтесь! Не отступайте! А зачем мне бинокль? Кого мне там смотрю? Очень интересно. Очень. Ни хрена себе! Вот тебе и здрасте! Вот тебе и пожалуйста! Падла, я в тебя стрельнуть не могу! Итак, мы бежим под пули пулеметов и автоматов. Давай. Блин. Так-то ни хрена себе. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Да тихо ты. Давай. Так. Да вы чё? Давай, подожди, подожди, да под... Блин. О, блин, блин, блин. На. Ну тихо ты. Давай, где ты? Так, давай. Танки, танки вперед. Подождите, только меня не затоптайте. Да тише вы. Вам не кажется, это слишком сурово по отношению ко мне? А, это мои. А могли бы и аптечку здесь бросить. Ладно. Спокойно, не вижу. Так, сбили. Так, мне посюда не прорваться, да? А что ты? Чтобы вызвать артиллерийскую поддержку, используйте 7 биноклей. Ну наконец-то. Так. Аптечки есть? Еще бы хотелось бы, конечно, аптечек. Так. Ну! Че встали-то? Хорошо, Юрий, я готов. Дай мне координаты. Дайте мне координаты. Подожди. Thank you.
Так. Какие тебе координаты? Как я тебе дал? Ну вот я их вижу и... Так, что-то не то маленькое делает. Так. Поставишь на ноги его? Понятно. Вот, вот как вот так-то надо. Огонь по готовности! Но бинокль я взял. Дальше-то что? Мне на них смотреть надо или что? Как? Фиксация тут должна происходить. Так, чтобы встать. Блин. Даже не знаю, что тебе сказать-то. На это. Да тихо ты. На. На. Давай, как тебе? Вот так вот как? Огонь. Как тебя? Я даже не знаю, как тебя сделать, чтобы зафиксировать. Ну-ка давайте попробуем вниз спуститься. Вниз. Вниз не получится. Так. Отсюда выпрыгнуть тоже не получится. Может как-то с другого надо края подойти. Давай попробуем с другого края. Давай, что зажать-то надо? Блин, близко. Так, надо наверх. Стрелка показывала наверх. Ну, идем наверх. Опять что-то немножко подглючил, что ли. Так. Блин. Может я как-то... О, ну-ка. Это что? Это я правильно сделал? О, а вот. Ни хрена себе. Мне нас ували только что. Ладно, подожди. Ну
Мистер Швайн, ничего себе. Так. Смотрим. Ага. Так, идем, идем. Открытие, так открытие. Нам нужно подняться на 3 метра. Так, тут есть что-нибудь для меня? Вот, кроме смертушки. Так, на 3 этаж. Оттуда, я как понимаю, снова надо выискивать. Юрий, быстрее! Я жду! Да подожди ты. Неплохо. Так, пулеметчиков тоже сразу смотри, забрали с собой. Ну пойдем. Блин, блинский. Ладно. Давай. А я успел перебежать. Ой-ой-ой. Отсюда тоже нас валят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Координаты. Координаты. На тебе координаты. Я боюсь даже высунуться сейчас. Давай, разрушьте все там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я рад этим аптечкам. Что тут есть? Как вообще ее в дом же? Чем затащили? Или в дом вокруг нее построили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Давай, перезаряди пока. У меня что, даже не сколько не охраняли. Так. МП-40. Ух ты. Я же опять найди. Ё-моё. А вы-то зачем?
Нет. Так делать. Еще разок. Где тут автомат у меня был? Эй. Вот так. Так, померли. Ничего страшного. Все ради общей цели. Чуть не пристрелил тебя, тварь, который в спину стреляет. Ты меня еще дезертиром, падла, называл. За мной! Мы направляемся на север к реке здания. Кто где? Ничего не понятно, кто где стреляет, такие осколы дома. О, обрушит на голову. Блин, мне сюда и не надо, мне надо проскочить там, да? Где вы? Блин, так и не поймешь, где вы сразу. Давай. Так. Ну я пробежал. Получил мозг. Вынесли тебя. Вау, нифига себе, насували-то. Больше, чем унести можно. На всякий случай. Кто там еще? Ёб твою ж мать-то. Нифига. Вперед. На. На. Так. Ну, пойдем. Площадь захвачена. Идите дальше на юг. Вот так вот. Площадь, это площадь? Ну, хотя, что мне судить, я же не был в Германии, чтобы сказать, площадь это или нет. Я не был в Брюсселе. Я как понимаю... А, это же не Брюссель, это Россия. Но в России вроде таких площадей нету. Чё вы меня ждете? Помогите Антонову с зачисткой здания. Ну, пойдем. Да, Юрий. А чё вы во все стороны-то смотрите?
Когда вы закончите, встретимся здесь. По своим стрелял. Я предатель родины. Ничего ты меня, падла, окрестил. Тварина вонючая. Так, здесь мы были, помню, проходили. Убили его. Вот и славненько. Где? Да не вижу вас. Спокойно. Коля? Николай, Николай, Коля. Он один с структурой. Я тебя не убью, что ли? Вот ты. Так. Давайте в атаку. Аптечки есть? Ага, вот так вот можно было все сделать. Что-то я не понял, вы что еще? Здесь у нас непонятно кто, непонятно что. И что, меня прикрываешь или что? Почему жопой к врагам? Вперед, вперед, вперед! Кто здесь? Помогает, да? Не помогает. О, еще панцирь. Чуть тебя не пристрелил.
Погодите, а какая атака? Как мне туда пробраться-то? Так. Вот я здесь. Дальше-то куда? Дальше-то куда надо будет? Они сзади уже повылазили. Я чего-то не знаю. Зачистите оставшиеся здания. Их определенное количество должно быть или что? Чего найдено? Так, куда-то сюда. На. Так. Спокойно. Тихо. Ну чё, во сколько повылазило-то? Тихо. Прям... Яро-то. Ай-яй-яй-яй. Но это почувствую, что что-то я не так делаю. Или продержаться надо просто. Или надо просто продержаться. Давай. Где? Тихо. Уничтожьте танк «Тигр». Спокойно, где-то же был, вот он. Так, уничтожьте танк «Тигр». Блин. Все-таки надо ждать, когда он выйдет. Не нахрен туда бежать, когда первоначально стоим, отстреливаемся. Давай. Так. Надо выбежать, да? Так. Выбежали и обратно забежали. Давайте, сейчас они должны полезть как тараканы. Никогда они должны полезть как тараканы. Вот они полезли. Тихо. Нет.
Что надо сделать, чтобы он вылез? Вот он. Разозлили его. Давай, где ты? Где ты? Где ты? Так. Сейчас, подожди минутку. Назад, назад, так назад. О, а это мой. Где это мой? Давай убираться отсюда. Неужто выстояли? Выстояли. Ну что ж, на этом все. Когда твоя веревка закончится, завяжи узел и держись. Ну, там мы уже читали. Пока.